Такой хороший. Ничего, крылышки расправляет. Нормально. Вот взрослый. Вот. Ой, какой. Побольше размера. Взрослый. Но я ее не отпускаю, потому что у нее кто-то там баловался, кошка. Отгрызли пол крыла. Сейчас другую покажу. То есть остались только вот эти вот кости, пясны. А фаланг пальцев нет. А они обязательно, да? То есть с одним не будет жить? Это, нет, это ничего. Это, со, это создание поверхности летательной. Угу. Первого пальца нет. Вот это, он торчит. На этой руке есть, на этой крыле есть. Они когда ползут вверх, крыло сложно, цепляются. А на этом нет. Но она, тем не менее, ходит хорошо. И толстуха такая. Вот нормальное крыло, видите? Там мышка, да? Нормальное. То есть вот я держу запястную кость, а дальше идут вниз метакарпальные. Ой, фаланги пальцев. Вот первый пальчик торчит. Дальше здесь второй, третий рядом, четвертый и пятый. Второй и третий рядышком. Второй как бы составляет несущую вот эту кромку крыла, обозначает. С ним рядом. Так что сравните. Вот здоровое крыло. А вот это убогое крыло. Ага, половинка. То есть все. Это вот девочка тоже, да? Тоже девочка, да.